Hamıya salamlar əziz dostlar, mən Vikingsonal. Call of Duty Modern Warfare 2 oyuna davam edirik. İndi baxaq görək bu dəfə bizi nələr gözləyir, nələr olur. Ən son burada qalmışdıq da, düzdür. Onsa heç nə yoxdur da. Yəni bildiyin şəhəri bombalayırlar da. O mən də belə şey istəyərdim özümə. Görürsən satırlar da oradan da. Satırlarsa alım. Adı nədir? Ha, buralarda Onur deyə əskər olmalıdır. Onu axtarıram. Şen 100% Kitaylıdır. Peki bura qaydım. Nəsə, tapa bilmədim. Amma 100% olmalıdır oyunda. Neysə, tapa bilmədim də. Getdi, qardaşlar, getdi, döyüşə, döyüşə. Bu bildiyiniz cəbhə qrupları. Başımızı qaldırmayaq. Yaşki vurmadılar ha. Оверлорд на связи.
связи 2-1, главный. Внимание! Мы внутри, продвигаемся наверх. Подтверждаю. Оверлорд принял. Прикрой меня! Он ранен! Живете! Взяли тебя! Огонь по своим! Bunlar deyəsən bizim silahları götürüb, qənimət olaraq. Bir dənə baxmaq istəyirəm. Принято. Оверлорд, на связи Хантер 2-1, главный. Понял, 2-1. Доброй охоты. Добрая охота. Ağzına açdı, a, deyə ağzına qrantomet girdi də. Неприятель подавлен в секторе 2. Ой, да, не так уж я. Хантер 2-1, внимание, противник в юго-западной части на 5-м этаже обстреливает точку эвакуации. Отбой. Принято, оверлорд. Мы немедленно отправляемся на 5-й этаж. Отбой. Ай, сэнни, мэн, не дим. Оверлорд, мы на 5-м этаже. Продвигаемся к юго-западному углу. Какое это движение? Следите за своими секторами. Проверьте углы. Mən bunları vuraram hələ ki. Осторожно!
Biz yaxşı onlar civiliyini hardan götürüb? Ala biri dur da yerində də ala. Bunları vurmadan olmaz da, deyir. Mən döyüşə davam edəcəm, qardaş. Bağışlayın, amma... Oy, səni... Deməli, qaçmalıyım. Yaxşı. Yəni illa deyir ki, qaç da burdan döyüşdən, hə? Bizim kitabımızda qaçmaq deyə bir şey yox deyə. Döyüşmək var. Никак нет, 2-1. Они ведут бой с пехотой и легкой техникой у монумента Второй мировой. И похоже, им там не сладко. Прием. Понял, Оверлорд. Сделаем с воздуха все, что сможем. Отбой. Второй этап эвакуации. Берите только тяжело раненых. Оверлорд. Дагер 2-2 подбит и теряет выходу. Группа РПД у монумента Второй мировой. Атлас 2-3, 2-4 и 2-5 всем наземным войскам по 4-й площадке немедленно отступить. Вооруженный вертолет прямо по курсу военного мемориала. По партианщинам уже. Герсис. Ən azından zinyetkalar yox elədim də. Əlləri yara ol deyə yazdım. Güləm qutardı. Güləm qaldı ki, deyir ki, müdafiə elə. Соединение установлено. Генерал Шепард, на связи капитан Прайс. С возвращением, капитан. Да уж, как у черта со сковороды. Этот мир превращается в настоящий ад.
Мы надеялись вернуть модуль до того, как русские его взломают. Мы ошиблись. После этого Макаров атаковал США. Следующий этап — мировой пожар. Что ты мне передаешь? Чтобы потушить горящую нефть, сэр, обычно рядом с пожаром устраивают взрыв. Убрать кислород, и пламя погаснет. Прайс, похоже, ты переутомился. Приди в себя, не говори ерунды. Шепард, ты готов сделать то, что нужно для победы? Конечно. Назревает большой пожар. Взрыв должен быть не меньше. Ты слишком долго был в русской колонии. Это бред. Займись Макаровым. Нет времени, войну надо закончить сейчас. Это не просьба, Прайс. Это приказ. Ты... Кажется, связь оборвалась. Били-били, я кисти. Прайс, я еле вижу парашют Роуча. Слишком сильные помехи. Вы его видите? Прием. Так точно, Соул. Я нашел Роуча. Кажется, он цел. Идем к базе подлодок на северо-запад. Вас понял. Остальные сели рядом с Гоустом, довольно далеко к востоку. Пусть действует по плану. Получится, объединимся. Роуч, за мной и не высовывайся. Вы ДФСА, капитан Прайс, да, бизим рехпермис. Патруль противника 30 метров прямо. 5 человек, автоматы, осколочные гранаты. Одна немецкая овчарка. Собаки. Ненавижу собак. В сравнении с тем, что я видел в Припяти. Это баллонки. Хорошо, что ты оттуда выбрался. Вас понял. Обходим тихо и ликвидируем отставших. Терпение. Не делай глупостей. Эйнин сөзі Макмилленді демішті, да? Конвой, прячься! Пропустите их! Двое отстали покурить. Займись одним, второй мой. Bunu sen vurdun da ben vurmadım ki. Я готов. Прикончим их одновременно. Займись бойцом и собакой слева. Красиво. Яхши вурдук, ха. Ben ondan tez gelirim. Fikir verirsiniz. Rezaretka eləyək. Соул, мы остались без разведки. У противника есть ЦРК. Так точно. Вы уже нашли транспорт. Работаю над этим. Отбой. Уже капитан Макмиллен язы соу болды. Противник, берегись! За мной! Башымыза түшті, я ағач. Спать скорость. Их техника здесь не пройдет. Техника аз қалмышты бізде, парча-парча елесіне. Похоже, они нас ищут. Пропустите их. Петров, иди к базе, я проверю здесь. Живо. Рассредоточиться! Бұран сойғылығыны тесәвір елемек істемерімі. Патруль.
разговор с собакой. Патруль, трое впереди. Прикончи их или обойди, выбирай сам. Отлично. Не хеле билден. Большой патруль на 12. Возьми оружие с глушителем. Атакуем одновременно. Бери двоих справа. Хорошо. Bu Price olmasa da HGT'nde misyon batar diye. Еще патруль с собакой. Атакуй или пройди мимо. Решай сам. Ezirlenirsen bu kadar adamı öldürebilirim ben. Yok ey, geçsinler. Riske girmek istemiyorum ben. Bizi gördüler bunlar. Фух, görmeyipler. Saul, как насчет поддержки с воздуха? Беспилотник с ракетами воздух-земля уже вылетел. Вас понял. Та скала подойдет. Роуч, бери управление предейтором. Проклятье. Что такое? В деревне стоит ЗРК. Предейтор сбит. Соу, нужен еще один предейтор. Роуч, пошли. Смотри, куда бьем. Роуч, они знают, что мы здесь. Можешь выбрать другое оружие. Yani sesimizi çıxardırıq. Əla. Oy oy oy, bizimkilər vururam, hə? Heyf ki bunu polo avtomat eləmək olmazdı. Внимание. Так на западе. Я иду. Просто тест кутарды гülləsi. Противник движется! Несем потери!
Ооо, Predator yeni gəlir. Qəşəng, indi mən. Arxadan gəldirmişə şərəfsizə bax. Nədir? Mən bunu götürürüm də, davay. Sen Diana, granatomet'te olan ben niye atayım? Ракета воздух-земля готова. Повторяю, ракета готова. Маньяк kimi özüm güzükləri də az qalmışdı vuracaqdım ha. Подготовка ракет. Ждите. Nə gecə qutarır bu? Hər kim mən bunu götürürəm. Ракета воздух-земля готова. Yox. Мы объединились с Гоустом и остальными. Вас понял. Второй предейтор скоро прибудет. Осторожнее, их у нас не так много. А вот и подлодка. Прямо под краном. Роуч, бери предейтор и займись их обороной. Вы привлекли их внимание. База поднята по тревоге. Поторопитесь, через несколько минут она начнет погружение. Идем. Ракета воздух-земля готова. Ракетная земля, яхши. Нефтерни зьяна салды. Sən mən nə deyim, RPG heç kömək eləmir. Hiçbir şey görmürəm. Oy, bizimkiləri öldürürəm. Лавсталкердаки махнул, Джейди, я сирена, да. Ракета воздух-земля готова. Азгал махнул, Джейди. Нейзе. Хардадла, Ревунар, Харгизенклер. Алла, ракет, Дианер, Алсен.
Ой, сен мен. Ardansa kimse arkadan vurur. Все. Gitti bu. Ракета воздух земля готова. Повторяю, ракета готова. Огонь по своим! Группа цели уничтожена. Молодец. Boğazından vurul diye düz xifteyindən özdə. Ракета воздух земля готова. Техника на востоке, нужен без. Хороший выстрел. Минимум троих накрыл. Şurasındadı ki bizimkiler de öldürdü ha. Uzaviklerini de yok elədim ya. Bir hünerler var gelsin. Eləmə də. Atom bombası da öyle deyəsən. Bilmirəm, deyik atom bombası da yoxsa yox. Amma ki o partiyandan sonra spoiler olmasın. Özümüzü görərs. Nələr baş verəcək, nələr olacaq. Нашим расчетам цель ракеты – восточное побережье. Под угрозой Белый дом. Мы восстановим его. Это не в первый раз. Потери? От 30 до 50 тысяч. В зависимости от места взрыва. Плюс отказ всей техники. А ведь вы нас предупреждали, генерал Шепард. Не будем о прошлом. Мы не можем оставить такой удар без ответа. И мы знаем имя виновного. Нужно добраться до Макарова. Даю вам полный карт-бланш, генерал. Задействуйте любые ресурсы. Göre akşama kadar döyüş gedir. Yazık öldü. Ancak одиночныйla vururuz. Ver командир, ver, ver, ver. Слишком много! Стол! Последний магазин! Сэндер!
Звук отключи. Вижу, вижу. Держаться, капрал. Защищайте позицию. Капрал добрал бие. Астра-1, это МКС. Хьюстон просит картинку с твоей нашлемной камеры. Прием. Они просят посмотреть на темную сторону Земли. Где-то 15 градусов к востоку от правой батареи. Вот так. Астра-1, картинка пошла. Хьюстон, что у вас? Прием. Хьюстон, МКС. Все окей, картинка четкая. Астра-1, следи за объектом. Сейчас разберемся, что тут такое. Мен усым качардым ордан. Диярдым, ама качмам мүмкіндер, да? Хьюстон, МКС, подождите. Похоже, у нас проблема. Хьюстон, это МКС. Что вы... А. Vallahi çok şey deyirlər. Kimisi deyir ki EMP'dir, kimisi deyir ki atom bombasıdır. Yəni əmin deyiləm də. Fikir verdi texnologiyalar hamısı sıradan çıxdı yə. Uyyyyy. İçeri girir. Tez. Uff. Bir balaca kontuzya oldu bize. Pencereye zadı yakın durmuyor. Ждите здесь. Идешь наружу, ты спятил? Все кончилось. Идем. Нас ждет наша война. Что случилось-то? Так тихо. Ты что за черт? У меня прицел сдох. У меня тоже. Странно. Надо доехать. Оптика накрыта. И связь тоже. Даже светофоры не горят. Ты только посмотри. Черт. Я буду готовить, он за прицелом из Йохта. Добрал Дан на позиции. Есть. Звезда! Звезда, стой, стрелять буду! Не стреляйте, я отзыв забыл! Я просто связной, не стреляйте! Правильный ответ Техас, солдат. Что у тебя? Полковник маршал объявил сбор в точке Виски Хоутел. Вам надо идти на север. А ты куда собрался? Сообщите остальным, идите к Виски Хоутел. Ты все слышал, идем. Дан, иди первым. Есть. Элла. Прикрываю сзади. Понял. Гранатометы götürəy bəlkə də. Antak. Hala keçin də day. Beşinci boyutun səhnəsi oldu, yəllab.
Tek vergi oldu ki ben çattırdım da özünü. Ne vuraç Allah, ben vurca öldürdüm ya hamsını. Oo, ben bunu götürdüm. Дробовикнен, а? Это здание Эйзенхауэр. Белый дом на той стороне. Ведь нам надо именно туда. Так, проверь, он жив. Мы прикроем. Занимай позицию, только тихо. Позицию занял. Стреляй. Вперед. Как насчет тех ребят внутри? А что с ними? Я прикрою. Иди. Чисто. Ben уже бахмардан üşüdüm. O kadar yağış sat yağır ki. Я уж не знаю, что хуже, уворачиваться от падающих вертушек или мерзнуть тут на ветру. Да, тихо. Я что-то заметил. Не стрелять. Это свои? Не знаю. Звезда. Прикрой меня. Звезда. Ну скажи, Техас, черт возьми. Скажи. Контакт. Меня ж не görüm реме. На улице чисто. Выходим вперед. Şimdi hamımız hayatta kalma mücadelesi eləyirik de. İki tərəfdə elə də mübarizə eləyirik. Сам первый гет. Принято. Отставить разговоры. Рамирос, займись. Ага, арасы geldik. Смотрите, какая бункера geldik. Я думал, президентский бункер под западным крылом. Тут просто для туристов. А тут, похоже, настоящий. Открывай. Настоящий он или нет, но он разрушен. Надеюсь, все выбрались. Hiç nesiz yüklenir de bu opsiyon oyun. Yeah.
mahnıdan da hoşum gəlir. Oy da, nəfis vururlar. Öz adamımızı öldürdük ki. Görün neçə dəfə öldürürük ki öz adamımızı. Если вы слышите это сообщение, значит вы находитесь в защищенной постройке. Пустите зеленые ракеты с ее крыши, чтобы обозначить себя. В случае визуального обнаружения этого сигнала, мы прекратим выполнение задачи. УЖ-5-1, всем союзникам в Вашингтоне. Работаем по плану Молот. Повторяю, работаем по плану Молот. Если вы слышите это сообщение, значит вы находитесь в защищенной постройке. Пустите зеленые ракеты с ее крыши, чтобы обозначить себя. В случае визуального обнаружения этого сигнала, мы прекратим выполнение задачи. УЖ-5-1, всем союзникам в Вашингтоне. Работаем по плану Молот. Повторяю, работаем по плану Молот. Если вы слышите это сообщение, значит вы находитесь в защищенной постройке. Пустите зеленые ракеты с ее крыши, чтобы обозначить себя. В случае визуального обнаружения этого сигнала, мы прекратим выполнение задачи. 2 минуты до сброса. Через 2 минуты мы не сможем в город. Надо попасть. Повторяю, работаем по плану Молот. Если вы слышите это сообщение, значит вы находитесь в защищенной постройке. 90 секунд до сброса. 90 секунд. Надо прорываться. Пустите зеленые ракеты с ее крыши, чтобы обозначить... 90 дегенс вар. Минута до сброса. Осталась минута. Живо, живо! Если вы слышите это сообщение, значит вы находитесь в защищенной постройке. Пустите зеленые ракеты с ее крыши, чтобы обозначить себя. 30 секунд до сброса. 30 секунд. Скорее на крышу, бегом! На крышу, быстро! Цель Виски Хоутел 01. Подтверждаю. Прием. Передаю координаты. Ждите. Шашки, ну! Зафер безымды. Когда мы отправимся в Москву? Мы скоро приедем. Когда мы туда доберемся, мы сожжем ее до основания. Да.
Всему свое время, капрал. Всему свое время. Еее, ona göre havayat yaşaşırımdı güya gelepe kazandık. Это была тяжелая неделя. Мы потеряли больше, чем рассчитывали. Мы восстановим силы. У нас карт-бланш. И мы сделаем все, чтобы убить Макарова. Кто бы что ни говорил, мы совсем не варвары. Мы не убиваем гражданских. Бьем точно в цель. Этот преступник ушел в тень, но мы вытащим его на свет. Откроем его истинное лицо и будем сами писать историю, друзья. Для Макарова и его людей во всем мире остались только эти два убежища. Получается, нам нужно быть в двух местах сразу, сэр. Невозможно. У нас нет другого выхода. Шансы убить Макарова 50 на 50? Прайс, запроси разрешение взять логово вместе с Роучем. Разрешаю. Мы с Оупом возьмем кладбище в Афганистане. Хорошо. Мы отрежем им все пути к отступлению. Сегодня все закончится. Странно. Я думал, все закончилось еще вчера. Снайперы на позициях. Отряд вперед. Увидите Макарова, стреляйте. Neyse, menden bu kadar. Sağ olun, salamat kalın, üzü yaxşı baxın. Kanala abunə olun, like atın, davamı gələcək.